Всем привет, друзья! С вами как Снарумзи! Сегодня мы с вами будем проходить самый необычный тест на IQ. Мы должны помочь парню найти девушку своей мечты! Ну а если вы хотите найти девушку своей мечты, ну, либо вы девушка и хотите найти парня, срочно ставьте лайк за 3 секунды! Раз, два... Итак, друзья, он мечтает об этой девушке. Если мы вот сюда ее посадим, то она появится. Смотри, мечты сбываются, ребята. Это не шутки. Реально, любая мечта может сбыться, если вы поставите лайкусик. Итак, следующий. Раскройте тайну о ребенке. В смысле тайну о ребенке, ребята? Если мы возьмем... Это был всего лишь шарик под платьем. Она обманывала своего парня, что она беременна. О май гад, ребят, такого я точно не ожидал. Укройте их от дождя. Ну, а если мы с вами дорисуем им зонтик, то у них все окей, ребята. Они счастливы, потому что дождь их больше не заливает. Итак, посмотрим дальше. Разгадайте его тайну. Какая же у нее тайна, ребята? Мне кажется, что если мы дорисуем ему лопасть, то... Что? Он лысый? Ну а почему она ушла? Ну что, человек не может быть лысым? Ну, можно носить парик, можно нарастить волосы. Почему так сразу? Она его бросила из-за того, что он лысый. Хотя, видите, он это скрывал, поэтому ладно. Помогите ему похудеть. Съешь пиццу. Надо ее накормить, чтобы она стала тоже толстой. Нужно взять его и... Как мы можем его похудеть? Может его потрясти, ребята? Как мы должны похудеть? Во, смотри, он будет прыгать за пиццей и похудеет. Нифига себе. А можно я тоже так, ребята, повешу пиццу на дерево, попрыгаю за ней и стану худым? Это так работает, реально? Сведите их. Но ей нужно табуретку убрать, и она ляпнется на пол. О, а он ее поймал. Вот это я понимаю, ребята, подкатики, ладно. Посмотрим дальше. Испортите и момент. В смысле испортите? А зачем портить момент? Я знаю, что если я сейчас... Сделаю больше напор, ребята. Его просто нафиг смыло. Мы же помогаем здесь влюбленным, а не портим. Спасите свидание в парке. А что, если мы сейчас потрясем лавку? Нужно убрать ему телефон. Погоди, или взять ей телефон? Что мы должны с этим сделать? Я вижу, у лавочки была сломанная ножка. И смотри, сразу влюбленчики пошли, ребят, пошли. Найдите объекты. Так, нам нужно найти вот эту штуку. Нам нужно найти туфельку. И нам нужно найти губы. А губы где? Подожди. А губы-то где? У него была чужая губная помада. Как ты мог? Вот это, конечно, да, дружище. Ну, либо не надо, либо будь осторожней. Спасите ее. А мы можем ей парашют нарисовать? Подожди. А как мы должны спасти? Мы вот так его. Мы вот так ее спасли. Вдвоем вместе спустятся. Все, молодцы, ребята. Смутите его. А как мы можем... мы можем просто взять воду и разлить на нее. Нет, на него. Куда? А, вот здесь. А-а-а, пиздился! Вот это, конечно, смути. Я хотел просто девчонку облить. И знаете, там пачки. Что происходит? А почему она злая? Сделайте селфи. Подожди, телефон. А, телефон нарисовать нужно было, ребят. Ну, я типа нарисовал телефон, он сам появился, так что нормально. Пусть она покажет себя настоящую. Ребята, полнолуние. Я знаю, если будет полнолуние, она станет волком. Она оборотень, ребята, представляете? Вот так вот в жизни встретишь девчонку, а она окажется оборотень с мохнатыми, такими вот страшными ногами. И, блин, ну реально, кстати, мне кажется, такие есть в реальной жизни. Решите уравнение. Я знаю это уравнение. Если верхнюю часть затереть, получится I love you. Я знаю эту фишечку, ребята. Если вы не знали, ставьте лайки, ребят. А если знали, подписывайтесь, тоже лайк поставьте. Впечатлите ее, ребят. Мы сейчас нарисуем огромную рыбу. То есть, смотри. Ну, я не знаю, какая девушка впечатляется рыбалкой. Это очень странно, ребята, максимально. Поссорьте их на свидании. Нужно собаке дать косточку, ребят. Нужно дать косточку. Вот ей дать косточку. На, грызи, почему она злая за дверью? Так, а как их поссорить? Нужно собаке вот сюда. Что мы должны сделать? Поссорьте их на свидании. Смотрите, там злая девчонка. Эти на свидании. И у них все хорошо.
Может быть, нужно... А, может быть, нужно ей дать кость. Может, что, что, что? Ну, здесь по-любому нужна косточка, ребята. Нужна косточка, может быть, открыть дверь, можно кого-то сделать. Как мы с вами должны здесь их поссорить? Собака, бери косточку. Давай, подожди. Может, куда ее выбросить? Я не знаю. Ребят, кто знает, что с этой косточкой? А, вот так вот. Нифига себе! Она их застукала! А это была любовница? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Совместите их стили. Так, ребята, ну... Мне кажется, вот это нужно вот сюда. Ему цепочечку, можно ей цепочечку, ему бабочку, а ей фату, ребята. Все, смотрите, идеально, идеально. Ну, я шарю, ребята, я, знаете, я участвовал в модном приговоре. На, смотри, Человек-паук, спас Мэри Джейн, ребята, смотри. Человек, но паук. Ну, идеально, я профессионал. Я, кстати, Человек-паук, вы знали? Так, помогите ей отомстить. На, бью в бошку, подожди. Смотри, на нафиг, нас ноги, смотри. Ого, ого. А за что? Все, она вырубила его. Она вырубила его. Я не знаю за что, но чувак реально только что получил трендюлей. Испортите им момент. Я знаю, что нужно взять под столом их сфотографировать. А, просто дать в руки телефоны. Просто дал в руки телефоны, они про друг друга забыли и сели, пялятся теперь, смотрят свои тиктоки вот эти вот, естественно. Все понятно. Помогите ей закончить. Нужно просто свить вот такую вот штуку, я не знаю, как ей закончить. А, вот, нужно было клубок, но у нее нитка закончилась. Она связала ему шарфик, и он ее полюбил. Божечки, как это мило. Так, помогите ему подняться. Но это Рапунцель, поэтому нужно просто ей удлинить волосы, чтобы он залез. По волосам же это больно! Это очень больно по волосам! С головы вырвет их нафиг! Испортите прогулку в парке. А, какашку на... О, боже мой! Он рукой в какашку наступил, еще и лицо измазал! Боже, какой же ты... Странный. Так, нужно помочь. Нужно помочь. Вот так вот. Нарисовали второй круг. И теперь они любят друг друга, ребята. Все, я спас. Утренний кофе. Так, ну, мы должны сделать кофе. И теперь взять и сделать молочка добавить. Это, получается, латте у нас. Мы с вами сделали вкусный, свеженький, утренний латте, ребята. Интеллектуальная любовь. И что если... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой, ученый, ты что там прятал за доской? Ты же шалунишечка. Раскройте помолвку, ребята. То есть мы затираем просто кустик. Он просто шнурки завязывал. Она думала, что он ей кольцо будет дарить. Вот это, конечно, обидно. Вот это, конечно, я, да, соболезную ей. Помогите ему сюрпризом. Давай дорисуем. I love you. Запустил самолетик. Ну, молодец. Ну, романтик, ну, романтик. Так. Спасите свидание. А я могу крышу дорисовать в машине? Ну, если бы это так было просто в жизни, было бы очень круто, ребят. Но я профессионал. Видите, IQ у меня больше 300. Спасите свидание. А как спасти свидание, если здесь ничего нету? Испоганьте свадьбу. Ребята, кожуру сейчас она... Опа! И штанишечки слетели. А почему у него штаны слетели? У меня вопрос. Она упала, понятно, на кожуре. Как он... Штаны слетели. Сделайте ее счастливее. Так, ну можно шарик лопнуть. А, больше шариков дать. Два шарика. Три. Четыре. Она сейчас улетит. Это счастливее. Мы его запустили, ребята, в стратосферу. Она в космос улетела. За что такое счастье? Дурная статуя. Так. А, давайте поставим вот такую штуку и писающего мальчика. На, он его писал. А почему она ушла? Его просто фонтан намочил. Почему она бросила? Ребята, вот эта девчонка максимально плохая, ребята. Так, воссоедините их. Давай мы стрельнем вот сюда и вот сюда. А как стрелять? Подожди. На, в бошку. Так. А, то есть она была, да, злая на него? Ну, значит, правильно стрельнул, ребята. Мечты сбываются. Ну, можно и ребеночка вот сюда. Все, смотри, все, она захотела стать беременной, она стала беременной, ребята, все. У них будет полейте кетчупом. Так, полейте кетчупом. На тебе кетчупа. Вот это, конечно, я накосячил. Извини, чувак, у тебя теперь не будет девушки. Это все потому, что кетчупа надо меньше есть. Новый уровень. Так, подожди, левел... Подожди. Поменялись? Поменялись уровнем? Нифига себе отбился, если бы так можно было в реальном жизни. Любовь через окошко. Так, давай, нарисовали окошечко вот здесь. Ну, это, слушайте, прям очень просто. Такие загадочки я рисую прям много. Спасите девушку. Так, смотри, ты можешь ее как-то вот, вот так? Подожди, просто, подожди, вот так вот. А как мы должны спасти ее? Подожди, секундочку. А, нужно лестницу. Нужно лестницу. А, нужно батут. Подожди, батут вот такой вот сделать.
Подожди, ты можешь, Супермен, ты хоть можешь что-то сделать? Подожди, она сейчас упадет. Что мы должны здесь сделать, ребят? Вот как... А, вот так вот. А, очень странный Супермен, конечно. Я пытался лестницу нарисовать. Раздобудьте игрушку. Так, я хочу вот эту игрушечку. Так, давай. Поехали. А, пытаемся схватить. Хорошо. Ребята, я профессионал. На. А она не хотела с зеленым бантиком. Она хотела с красным. Прикинь, выгонит его, скажет: все, я тебя не люблю больше. Поймайте их. Так. Ну, это легко. Все, поймал всех светлячков, ребята. Поймал всех светлячков, посадил их в баночку. 41 уровень. Почините машину. Легко. Колесо нарисовал, поехали. А что, нарисованное колесо ездит? Ладно, мы спасли их любовь. Найдите его принцессу. Так, башня. Башня и двери. Все, вот она, заискакивай. Все, мы построили замок, а там, оказывается, сидела принцесска. Сведите их. Ну, мы, может, построим мостик. Все, акула уже не тронет. Да не бойся ты, иди. Я крепкий мостик нарисовал. Ты что не... А что она его кинула? А что... А, он описался, ребята. Испортите им момент. Ой-ой-ой-ой-ой. А кто здесь у нас сидит? Это был ее любовник, видите, снеговика. У него же он аж посинел от холода, пока замерз. Испоганьте похороны. Погоди. Нифига себе, это был розыгрыш. Он не погиб, а это были две его любовницы. Так, помогите родителям. Ну, на ребенка просто положите вот сюда. Все, пускай спят, пускай выспятся хотя бы сегодня. Хотя бы у меня на ролике. Нифига себе, разорите его. Подожди, все бабки туда давай. Все, давай, 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 давай. Разорите его, давай вот сюда. Поменяли местами. О, мадама, ребята, он остался в трусах. За что мы так с парнем? Приведите ее в замешательство. Так, ой-ой-ой-ой-ой, смотри какой. Она бросила прямо на свадьбе чувака и ушла к тому, кто расписывает. Вы что, серьезно? Какая же она нехорошая. Испытайте его навыки. Итак, ну-ка давай доску. Разобьешь? Ча, смотри, разбил. А кирпич разобьешь? Ча, разбил. А камень разобьешь? Смотри. Все, минус рука. Минус рука. Она бросила его, потому что он камень не разбил. Прикиньте. Как... Я... Да любой в мире сможет разбить камень. Верните его от жизни. На! Просыпайся. Проснулся и... А можно ее было штоком шандрахнуть, чтобы она тоже как-то проснулась? Испоганьте ему помолвку. Так. Распродажа 90%. Она забила на кольцо и посмотрела на платьичко. То есть платьичко было ее интересней. Так, мы должны построить дорогу, чтобы они смогли встретиться. Ну, ребята, это все изи. Все, они доезжают вместе. И начинается любовь. Ребята, начинается любовь. Вот это мы с вами профессионалы. Так, испоганьте им ужин. Ну, что-то мы должны с вами сделать. А, мы должны с вами выпустить крысу. Ребята, крысу, крысу им в тарелку. Крысу? Что? Он проглотил крысу и ее обрево... Я на такой не подписывался, ребят, сорян. Я не специально, это очень жестко. Пусть он упадет. Ну, тогда затереть его эту штуку. А, прям на ручке к девушке. Ну, вот это мы, конечно, с вами, ребята, сводим. Помогите ему увидеть. А, нужно очки дать ему. На. Вот, симпатяжечка. Ля, какая симпатяжечка, ребят. Измените их настроение. У них плохое настроение. Мы можем починить пластинку, и они сразу такие... Тарат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 аratаrata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 
забиваем нафиг страйк, ребята, смотри. И говорит, I love you. Ну, блин, да слушайте, вы свои профессиональные, ребята, скажем так, свахи, да? Определите, какой у нее подарок. Какой у нее подарок? О, боже мой, это что за растение с зубами? Чувак, это была плохая идея. Тебя девушка кинула за такое растение. Лучше бы ты просто какой-то тюльпанчик подарил. Серьезно, ну это очень странно. Верните его к жизни. У него нет сердца. Сердце вернули. И добавили вот сюда. Все. А как у него хотя бы зашить надо было? Почему у него сердце открыто? Это очень странно. Кстати, сердце в жизни так не выглядит, ребята. Оно выглядит совсем по-другому. Заберите подарок. Какой подарок? А где подарок? Ну вот подарок. Вот цветы, вот теперь лучше, ребята, а то он просто без цветов стоял, я ему цветы хотя бы дал. Разлучите их, на тебе в голову, хорош. Эй, итак, ну эта девчонка посимпатичнее будет, которая разлучила их. Наверное, она не просто так их разлучила. Согрейте ее, да вот так вот, дай свою курточку и не жлобься, будь джентльменом, будь мужиком. Нормально, помогите ему. Дорисовали лестницу и все, он на балкон забрался. А что, нельзя было через дверь зайти? Очень странно, ладно. Хладнокровная измена. Что?
Там трупик замерзший какой-то девушки. Чувак, ты забыл любовницу в холодильнике. Не нужно так делать, алло. Раскусите изменника. Так. Да. Он изменял ей со шваброй и ведром. Ну, это, наверное, обидно, конечно, девушке, если даже с таким изменять. Узнайте пол. Так, это... Какой нафиг пол? Там Мишка. Она любила медведя. Ладно, это игрушка просто, ну, под этим. Пусть хлынет дождь, ребята. Ну, мы должны сломать трубу, да, вот эту вот так. Опа, все, дождь. Ну, фу, это какашный дождь, ребята. Это не тот дождь, который мы ожидали. А счастливьте их. Ну, дорисуем просто радугу. Радуга, ребята, все, они перелюбленные. 68 уровней, вы понимаете, какой профессионал? Испортите момент. Ну, сейчас просто убираем палку, и ей бьет по руке, правильно? Или что мы должны сделать? Можно потрусить планшет? Что-то я должен сделать. А, ну все правильно, да, ей минус рука. Все, до свидания, момент испорчен. Совместите их обувь. Так, наверное, вот здесь вот это вот. Вот здесь вот это. Вот здесь вот это, а вот здесь вот это. Все, я профессионал, ребята. Я модельер, ребята, 2023 года. Лучший модельер. Так, включаем вентилятор. Ой-ой-ой, волосатые ноги, ребята. Ой, как это некрасиво, я не знаю. Нарисуйте ее, ребята, я умею. Смотри, видали? Я профессионал-рисовальщик, ребята. Я называйте меня Робзи-художник. Подготовьте ее. Так, а нужно зажать, короче, корсет. Еще сильнее, смотри. Подготовьте ее. А мы типа сделали ее стройнее. Доделайте подарок. Ну тут жемчужина должна быть красивая. Мы сами сделали. Все, теперь он подарил ей жемчужину. Целое колье из жемчуга он подарил, и она в него влюбилась. Такая продажная девчонка получается. Поймайте цветы. Ну хорошо, это легко. Все цветы могу поймать. И вот цветок. А что, мы должны просто цветы ловить? Все, и мы с вами поймали цветы и сделали букет. 75 уровней. Как вам такое, мы уже прошли? Приготовьте их. Нужно просто перевернуть, ребята. Перевернуть. И он подарил ей бургер. То есть она готова любить за бургер. Ну, такая себе продажная за еду. Пусть будет романтично. Возьмем, разожжем костер обязательно. И пожарим маршмеллоу. Все, ребята. Романтик полным ходом, ребята. Найдите ему цель в жизни. Так, что нужно найти ему цель в жизни? На тебе. Вот это. Ой-ой-ой. Он хотел типа обувь завязать, но потом подарил ей кольцо с большим бриллиантом. Так, сердце, составьте рецепт. Хорошо. Так, нам нужно что? Нам нужно яблоко, нам нужно червячок и нужен вот это вот листочек. Все. И он влюбился в Бабу-Ягу. Вот так вот бывает. Отличная пара. Так, смотри. Мы можем, в принципе, вот так поменять местами их и все. То есть они отличная пара по одежде. Это очень странно. Оставьте ее одну. Но нужно просто убрать вот эту штуку. Все, давай, езжай, пока она осталась. Осталась одна, ребята, на светофоре. Испоганьте им ночь. Нужно у малыша забрать. Все, просто игрушку малыша забрал. И минус, ребята, спокойный сон. Так, я думаю, что на этом пора закончить. Ставьте как можно больше лайков. Мы продолжим с вами тест на IQ дальше. Узнайте, что же будет. Надеюсь, вы решали вместе со мной. Всем удачи, покедова.